Тихий. 55. Не забываем подписаться на канал. Лайк. Колокольчик. Приятного просмотра. Я поспал уже в этом домике. Он очень крутой. Чего сказать, реально. Но обидно, в нем гаража нету. Но это кайф. Сегодня я хочу показать, как я просто в... Ну, тут, короче, отдыхаю. То есть, просто сейчас сажусь в машину и еду отдыхать. То есть, чисто вообще прям на чили, на расслабоне. У меня тут как раз-таки недалеко пляж. Вот где он? Вроде бы тут, да? Сейчас просто можем поотдыхать. И вот раньше я мог, конечно, доехать до него на метро. Ну, не так. Я, наверное, поеду на яхту, но мне сообщили, точнее, кто-то сказал, то есть сказано, что я не один яхту эту арендовал. Получается, то есть, еще будет какая-то вроде женщина на яхте, но она подъедет позже. То есть, мы с ней договорились на покойность. Просто будем просто, типа, она отдыхает, я отдыхаю, все. Мир, все, типа, мы друг другу не мешаем. Но она сказала, типа, когда я с ней списывался, она сказала, что она не сильно богатая, так что у нее, типа, мало денег, так что она, типа, поэтому не сильно так долго там будет на яхте. Вот в чем прикол. Ну, мне, честно говоря, даже кайф, наверное, что она быстрее, ну, уедет. То есть, ну, понимаете. Типа, ну, вообще на кайф. Типа, просто я смогу дома побыть там. Ну, просто, ну, ты на яхте один побыть. Просто пока покайфовать. А я коротко и не знаю, что на этой яхте делать пока что. А, давайте-ка вам забацаю обзорчик на эту яхту. Ну, я думаю, всем будет интересно. Короче, первый этаж вот такой. Столики, столики, диванчики, диванчики. Спуск вниз, спальня. Проход туда, душ. Да, но это как бы тоже. Это все на воде, мы не должны забывать. А тут, можно сказать, бармен. А тут кухня. Это кайф. Вообще кайф. А подъем наверх. Вот так сидишь. А... И вот, кстати, одно из самых интересных. Капитанская рубка, но сюда мне нельзя, так что я пойду сюда. Ой, ладно, я пока посижу, ребят, поотдыхаю. Чисто на кайф. Вообще пофиг, что сказать. Кайфуем и все. А я не знаю, пока что позагораю, типа, потом решу, что делать. Потому что тебе хочется позагорать. Стоп, что там за вами бежит? Не та ли это? Она еще пешком пришла. Вон, кстати, к нам горящий источник. Вот сейчас я найдет. Подожди, что она там делает? Не могу понять. Реально. Она смотрит на машину? Так, даже интересно. Подождите-ка. Ребята, я взял с собой бинокль. Просто даже интересно. Ага. Стоп, она фоткается у моей машины? Не понял. Вот это реально не понял. Ребята, она взяла лодку и плывет сюда. Это капец. Ну ладно, пусть плывет. Я был готов, пока могу вот так полежать. Где она? Блин, она уже подплывает. Все, капец. Хана. Моему отдыху, пока я один. Ой. Капец. Что надо приветствоваться, получается? Че, ладно, привет. Тебя как зовут? Понял меня, Дима.
Короче, ну ладно, что, отдыхаем, получается, да? Ты сколько тут часов будешь? Сейчас просто прочитаю, ребята. 6, ладно, допустим. Ты куда пойдешь? А, ну ладно, допустим. Куда? Что он делает? Не понял вообще. Она ушла куда-то вниз. Ладно, допустим. Ладно, ребята, выпущу следующее продолжение.